Специалисты Дорожной лаборатории Управления автомобильных дорог Чувашии регулярно проверяют качество дорожного полотна. На этот раз предметом внимания стала объездная дорога вокруг Новочебоксарска к полигону ТБО. Специалисты Дорожной лаборатории Управления автомобильных дорог Чувашии проверяли качество дорожного полотна. В течение 3 суток будут проведены лабораторные испытания. Претензии дорожных контролеров могут касаться как асфальтобетонных смесей, так и технологии выполнения работ на всех стадиях технического процесса. На объездной дороге протяженностью 3 километра сегодня в полном объеме завершены работы по прокладке полотна, примыкающего к вятке. Подрядная организация приступила к работам по реконструкции железобетонного моста. Продолжаются земляные работы. Основные работы на данном объекте дорожного строительства планируется завершить в октябре текущего года, а завершение проверки качества в ноябре.